точно. Монашка остается, а чертенок вот остается. А вот мне кажется, непонятно между Гэндальфом и мумией давай проведем еще один тур соревнований за право остаться на сцене. Мумия! Ангел-хранитель! Гэндальф! Тогда мы прощаемся с мумией и с ангелом-хранителем. Большое спасибо вам за участие. Спасибо, друзья. Поддержать креативки и в следующие годы. Я хочу отметить, кстати, что этот костюм, по утверждению автора, был сшит собственными руками, да? Да, да. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот это тоже как-то не куплено где-то. Это да, это... Да, сшит сам, да? Строчил ла по ночам. На машинке. Итак, друзья, финал. Три места, которые определяете вы. Поехали. Первый участник. И третья участница – чертенок. Очевиден, это монашка. Монашка, у тебя первое место. Оставайся здесь, твой план. Да, распределяем. Итак, за второе место. За кого? Или за Гэндальфа? Чертенок. Гэндальф. По-моему, ничья. Ну, собственно, и подарки у нас... Они, в общем, одинаковые. А да? Давайте так, девушка сделает выбор, вот какой вам больше всего понравится. Вы не против, товарищ Гэндальф? Отлично. Тогда сделаем так. От велосипедного клуба «Минск» вам подарки. Спасибо большое за участие, вы молодцы. Аплодисменты, обладатели второго и третьего места. Получает планшет. Стойте. Сцену приглашаю директора онлайн-гипермаркета «Гипермол» Велько Василия Борисовича. По-римски сюда приедет на велосипеде. А вот, кстати, это была бы неплохая идея, учитывая, что у нас международный велокарнавал. Пару слов еще, монашка. Только маме моей не рассказывайте, хорошо, что я так приехал сюда. Ну а как же благословение? А ты тогда маме пароль ВКонтакте поменяй, тогда она точно не узнает. Мама в одноклассниках. Ну давай. А, ну нет, тут таких нету. А вообще всем спасибо за улыбки, за то, что пришли сюда, потому что это безумно круто. Я честно, ну как бы зарегистрировался, вообще даже не знал, ехать сюда, не ехать. Там девушка бросила, с работой проблемы, туда-сюда, а потом раз и все, я здесь, и еще и планшет выиграл. Встаньте, встаньте вместе. Девушка, стойте. Стойте. Сюда, вместе. К девушке встаньте. Вот так, ага, хорошо. Итак, друзья, пока фотографируются наши победители, приглашаем сюда.